Маленькому Вове рассказали друзья, что у всех взрослых есть какой-нибудь секрет. И что их очень легко шантажировать. В общем, Вова решил проверить эту теорию. И придя домой после школы, он с таким серьезным видом говорит своей маме. «А я все знаю». Мать побледнела вся, протягивает Вове $20 и говорит. «Ты только папе не рассказывай ничего, ладно?» В общем, Вовочке это очень понравилось. Он дождался, пока папа придет с работы. И также с серьезным видом ему сказал. «А я все знаю». Папа нервно начал смотреть по сторонам. Достал с кармана $50, дал Вове и говорит. «Ты только маме не говори ничего, хорошо?» В общем, Вовочка весь довольный, счастливый. На следующее утро он идет в школу, встречает почтальона и говорит. «А я все знаю!» У почтальона упала сумка из рук. Слеза покатилась по его щеке. Он расставил руки для объятий и закричал. «Так иди же! Обними своего папку, сынок!»